Здарова, народ, с вами GS, и сегодня мы с вами будем играть в игру по названием Cubic Clamber. Я не понимаю, почему мне просили люди поиграть в эту игру, так как она не очень интересная, не очень веселая, задорная. Это, как сказать, симулятор скалолазания, не симулятор. Мы, в общем, должны вот по горе лезть вот таким вот персонажем, вот. Там нажимать LG, там, например, 3-8 в этом плане, вот, и он залезает наверх. Игра как бы не очень интересная, но мало в нее людей играло, вот, я решил как бы записать, сделать такой обзор, не обзор, вот, смотр как бы на игру, вот, посмотреть, но это много времени не займет, сразу говорю, минут 5-10, в общем, вот так. Давайте сразу начнем, возьмем, наверное, тренинг, наверное, или туториал, не знаю, тут, в принципе, тут такие недоступные, потому что не прошел, ну, давайте тренинг, то есть то же самое будет, ну, например, левел, давайте возьмем... А гора, тут горы можно выбирать на горах высоких. Давайте зиму возьмем, со мной меня сейчас нет, на четвертом покатаемся, полазим. А снег что-то не хочет выпадать, абсолютно не знаю. Еще прошу прощения, я немножко заболел, так что у меня нос немножко заложен, вот так вот. Так, значит, вот сама игра уже пошла, внизу у нас есть время, и мы должны, конечно, вот нажимать эти кнопочки, быстренько залазить. Так, ну, V4, сейчас время пошло, GSC... НП, то есть довольно-таки, ну, не очень интересно, но и так, ну, так себе игрушка, то есть не очень заводная, конечно, но более-менее пойдет. Знаете, сразу вспоминается туториал, ну, так сказать, не туториал, а вот как печатать, то есть, ну, для детей, там, как печатать на компьютере, там появляются буковки, то есть ты должен нажимать, ну, может кто-то понял, может кто-то знает. Типа быстрое печатание в этом плане, здесь же где-то так же, то есть запоминать, где быстрое расположение всего вот этого кнопок. Так, и S так успел, N6, ну, как вы видите, не очень так весело, конечно, так, конечно, вот эти камеры, перевороты с камеры, но персонаж, он вообще никакой. Так, Q, что-то я вообще растерялся сегодня. А, так, A8, ну, вот таким как-то образом, не знаю, сразу вспоминается Call of Duty миссия, когда... Прайс, типа, нас хватал, или кто-то, не помню, когда мы по горам прыгали в Black Ops. Я упал, потому что нажал О! Ну, в общем, вот такие вот пироги, давайте еще раз попробуем. Собственно, ну, вы поняли саму смысл, саму тематику игры. Что, нагрузится, нет, или вылетела игра вообще? Так, нет, вот, заново появляемся и нажимаем. Ну, попробую хоть чуть-чуть пройти. Так, НП, НЛП, З7... Ну, наверное, много людей в эту игру играло, так что это не новость для кого-то будет. 28, Q, S5, сейчас опять будет полный переворот камеры. Так, V2, то есть не очень симулятор и не очень так посмеяться как бы над игрой. Ничего такого серьезного и смешного тут нету, не знаю. Так, 3, 8, L5, в общем, одинаково вроде бы, они тут меняются, я смотрю. Г2, сейчас единицы бы перепутал, мы бы сорвались. А нет, одинаково вроде бы. ГК, С7. Ну, в принципе, так, не очень, не очень впечатлила меня игра. И вас, наверное, тоже. Ну, может, кто-то уже играл, не знаю. Так, К, С, ТВ, ТВ. Сразу Xbox вспомнился. P4, PlayStation 4. L6, не знаю. ДК, Г1, N4, LM, LM, C6, T-Tec. Очень хардкорный, конечно, такой платформер. Очень реалистичный платформер. L5, H8. Мы опять упали, блин. Что за бред происходит? Ладно, давайте попробуем другой, может, уровень, не знаю, другую гору. Итак, давайте возьмем лучше левел. Ну, по левелам, конечно, тяжело тут будет. Давайте возьмем... Это у нас скалистая гора вроде. Ну, давайте второй левел, я не знаю, по хардкорности. Как-то я промахиваюсь, наверное, по кнопкам, не знаю, блин. Все из-за болезни. Ну, блин. Так, Б, Б, К. Так, кстати, сразу скажу, это никак не влияет на ролики, на канал. Я дальше занимаюсь, что-то новое там придумываю, новые монтажики. Вот скоро буду делать, работаю над Happy Wheels. Скоро будет еще одна серия, это будет 20-я вроде бы серия. Вот, так что все нормально. Happy Wheels будет, кстати, не знаю, многим людям на моем канале больше нравится, конечно, Happy Wheels.
Ну, окей, буду, значит, его снимать, потому что там гоночки как-то, гонкам как-то не очень, кому-то не понравилось. Ну, гонки такие, знаете, то есть на любителя мне особо не очень. Так, особо не умею там ездить. Так, АГ, главное, тут shift не надо зажимать, это еще хорошо. Ой, ну, игра легкая. Я Ну, вот как можно было перепутать, вот скажите, вот, господи. О, в общем, я опять сорвался. В общем, я сегодня никакой. Блин, что-то мне сегодня не клеится ничего делать. В общем, вы по сути поняли, что за игра, о чем она гласит, что надо делать. А мультиплееров тут нету, только вот такие вот уровни однообразные и все. То есть мы вот это делаем, делаем постоянно. Вот тут на хардкорность, на время опять-таки быстренько нажимать, это не тяжело. Да, я сейчас немножко еще поиграл, когда я не говорю, я как бы не очень отвлекаюсь и получается. Ну, в общем, вы поняли, что я хотел сказать. Вот, я сказал, что это ненадолго затянется. Сразу прошу прощения еще за мой заложенный нос, да. В общем, надеюсь, вы меня поддержите лайком, комментарием, ребята, чтобы я поскорее выздоровел. Если игра вам не понравилась, все равно поддержите меня, пожалуйста, комментарием, хотя бы лайком, а то, что я все-таки постарался, сделал. Вот, так что большое вам спасибо еще раз за то, что вы смотрите меня, лайкаете, комментируете. Так что на этом будем серию заканчивать. И если смотрите это видео абсолютно случайно, и оно вам понравилось, и хотите видеть больше таких роликов, ну... И как, конечно, я понимаю, не очень, но все-таки подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. С вами был Джесс. Немножко уже выздоравливаю, иду на поправку. Фух. Так что всем удачи, всем пока. Встретимся в новых сериях. Скоро будет Happy Wheels. Ждите, ребята.